Славянский район граничит с несколькими районами Кубани и объединяют их с нашим муниципалитетом добрососедство и сотрудничество, прежде всего, на уровне местных властей. О необходимости такого взаимодействия убедительно говорит и мероприятие, на котором побывала наша съемочная группа. Вот уже 9 лет Славянский и Красноармейский районы обмениваются передовым опытом в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. В преддверии Дня местного самоуправления состоялся круглый стол на тему взаимодействия с политическими партиями, общественными и национально-культурными объединениями и религиозными организациями в современных условиях. Сегодня мы будем обсуждать вопросы, связанные с взаимодействием с общественными организациями, с национально-культурными объединениями, с политическими партиями, религиозными организациями в современных условиях. Поделимся опытом по поддержке некоммерческого сектора, по поддержке гражданских инициатив, по участию в грантовых конкурсах. И вообще вот налаживание таких горизонтальных связей, то есть тиражирование опыта соседних территорий, важно для развития любого муниципального образования, в том числе и нашего района. Представители Славянского и Красноармейского районов в непринужденной обстановке обменялись мнениями, рассказали друг другу о том, как удается в настоящее время решать самые актуальные вопросы. Это мероприятие было полезным для всех, кто в нем участвовал.